Доброе утро, Краков. Город Закопана. Жителей около 20 тысяч. Не все жители Закопана живут. Большинство они арендуют свои дома, свои квартиры отдыхающим, которые приезжают. Как я еще раз сказал, что Закопане это столица зимняя, столица Польши, но туристы круглогодично приезжают в Закопане. Летом это разные трассы пешие в горах тоже обозначены, то есть кто любит горы, может приезжать даже и летом. Один из наших туристов тоже имеет виллу в Закопане. Вот. Как я сказал, он не живет там, не живет, а арендует. Да, арендует. Вот. Сдает в аренду, да, сдает аренду. Да? Ну. А я сказал, кто? Сам отозвался. Так а чего ты нас ведешь в Закопане? Чтобы проверить виллу, какое состояние. Я только не факт. Одни туристы съехали с Каспрова верха. До Закопанова идти далеко, без машины, без транспорта. Ну и оттуда Баца едет. Баца это горец, да? Гураль. Баца едет на да, на повозке. Тут останавливают его эти туристы. Говорят, Баца, до Закопана далеко. Ой, ну вот так 7-8 километров. А ты нас подвезешь? Ну садитесь. Ну вот, Баца, хоп, поехали. Едут. Бац, ты говорил 7-8 километров, а вот так долго уже ездил. А куда? Так Закопаны. Так вы не говорили, что в Закопаны ездите. Я еду домой, в другую сторону. Во время езды в туннеле не потянулись в карманы соседей. У нас нет таких. И хлопаем. Веселее. Так, мы хлопаем. Внимание. Так, это мы едем. Эва за рулем. Хлопаем. Плохо хлопаем. Так, проверка. Хлопаем. Сейчас. Кто не хлопает, сейчас выйдет с автобуса. Раз. 4 километра. Ну, 4 километра руки устанут хлопать. Смотрим вперед. Вот так хлопает. Ну, что-то слабо. Так, еще. Кто-то пешком пойдет. Так. Я... Уже видите, браво, свет! Свет в конце туннеля. Поехали. Еще чуть-чуть. Еще. Громче. Раз. Ура. Там будет свет, ура. А теперь проверили свои карманы. Вы пока хлопали, я прошелся.
вмешивался, а руль сам по себе поехал. Грибы. Грибы в этом году в Литве есть. Ну, должны быть. Но. Горы, горы, горы. В горы. Смотри, какие красоты. Вдали там горы, горы. Это Татры, да? За домами гор не видно. Какой там замок проезжаем непонятный. Один из этот горный массив лежит между Карпатами южно-восточной части Польши, да, и Судетами южно-северной
западной частью Польши. И Карпаты так... Татры так вмещены, что они идут от востока на запад или запада на восток, да, 60 километров. 60, простираются на 60 километров в длину, в глубину 15 километров. 15 километров. И они просто лежат на границе польско-словацкой. И только четвертая часть гор этих Татр принадлежат Польше, с польской стороны. Остальное больше в Словакии. И поэтому любители горных лыж, но они едут в Словакию, то есть в эту часть Карпат, которая находится в Словакии. Но с польской стороны можно насчитать около 20 вершин. Сам центр гор Татр, это Закарпатье, где тоже можно очень много насчитать канатных дорог, которые поднимаются на вершины, откуда можно съезжать уже с вершины вниз. Самая длинная трасса, это около 800 метров, с разными, конечно, трудностями. И сюда бронируют на зимний сезон, а зимний сезон, лыжный сезон, это с декабря до апреля. Даже в апреле можно сюда приезжать, потому что снег, ну, большинство, до конца апреля можно приехать здесь и кататься на горных лыжах. Белый Дунаец, мы проехали Белый Дунаец, мы уже в горах Карпата. Ой, в Татрах. Что-то в Карпаты Татрах. Ему мы тянет. А я не знаю. Мы уже в Татрах. То есть мы выходим и уже индивидуально. Анжи у нас в Карпатах. Будет показано, где останавливаются эти маршрутные такси, автобусы, вот, и доезжайте. Теперь первая партия должна быть в 12:00. В 12:00 уже быть возле меня, возле ворот. Идти 20 минут, это 800 метров. Извините, 2 километра. Идти 2 километра под горку. Проще дойти. 2 километра. Но в горку под горку. А под горку обратно. В гору. Подъем. 2 километра. Так? Вот. Что, не понял? Индивидуально берете транспорт, какой себе желаете, если желаете, и едете, да? Кто желает пешком, может пешком идти. 2 километра. Так это недалеко. Ну, смотря как в горку. Можно пешком назад пойти. Это 2 километра, это очень хорошая прогуляться, подышать воздухом горным. И из горочки мы тогда идем. Тогда спокойно, да? Вот. Первая команда, 20 человек. 12:10 уже вход это, да? То есть 12 часов. Сейчас вторая команда, 20 человек, и едет 15 минут первого. 15 минут. Пуст.
смотри-ка, мост какой. Красивый мост. Нет, поворачиваем. Речка там. И кончилась речка. А вот там горы. На камере тоже закончились горы. Вы на чем поедете? Да, еще один. Даже закончится. Так, я еще пересчитаю. Сколько у вас? Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вон там вдали канатка, смотри-ка, вон вдали канатка тоже, но это не та, наверное. А может, там другие какие-то. Мы ж, наверное, поедем там, где снег, а может, просто куда-то, но, скорее всего, что там была смотровая просто. Я же жду, где снег, но снега нигде не вижу. Что-то меня расстраивает. Впереди вон горы красивые. Вот они, горы. Всякие домики бревенчатые, красивые. А вот там горы. Дом на доме прямо стоит. Ну и плюс еще по три этажа. Красивые домики.
Которая моя дача, слушай, не знаешь? Давай выбирать будем. Ну вот это ничего, можно взять, да? И это вам всегда очень интересно. Мы берем с машинами вместе. Горы, горы, горы. Вот они, горы. А реклама? Вы почему из Аравии? Не в горы, а вниз поехали. Ребят, с левой стороны спящий Гелот. На бороде у него поставлен крест. История этой вершины это рыцари, которые боролись за польскую землю с врагами. И когда уже наступило такое спокойное время, они решили прилечь и отдохнуть. И теперь спят. Вокруг этого рыцаря Геланта есть рыцари, тоже спящие. Но они встанут. Они встанут, когда над Польшей опять зависнет опасность, зависнут темные тучи. Вот мы пешком сюда, с левой стороны, в гору туда идти. Там по дороге остановки. Нормально, идите куда хотите. Куда мы пойдем, не знаю. Куда-то пойдем. Вот с правой стороны таксисты, которые могут вас, которые поднимут, кто будет желать. Мы имеем время. Это желающих нету. По чуть-чуть пешком пройти за полчаса. Пешком пойдем лучше. Целый час, конечно, чтобы 2 километра пройти. Ну, если вот так идти по такой дороге, я бы не очень хотела. Нет, это рекламный щит там. По такой только на канатке можно подняться. Что тут вылетело? О, трамплина. Впереди трамплин. Малыш, да? Вот. Чемпион. Был побит рекорд 142 метра длины с правой стороны с этого трамплина. Вот там впереди тоже трамплин. Опа. Итак, мы здесь уже припаркуемся и берем те вещи, которые нам будут нужны вот он, во время подъема, во время уже на высоте почти 2000 метров. Да? Мы поднимемся. А до подъемника вообще ничего не показывает. А до подъемника идти.